Всем привет, мы продолжаем американскую кампанию играть. Это первая миссия, и это игра Transport Fever. И я соединяю дорогой городам. А, здесь все-таки нужен туннель, да? То есть тут настолько неровно. Не, наверное, не нужен, если вот вести вдоль дороги. Можно обойтись. А, ну не одно, так другое. Здесь насыпь надо делать. Больше заема не предлагают. Предлагают. Возьмем еще заем, конечно. Соедините станцию на вершине промонтории с существующей железной сетью. Где это? Ух. Вот она как. Как здесь можно соединить? Вокруг города обвести. Или отсюда выпустить. Отсюда проще выпустить. Тогда отсюда выпустим. Самые бюджетные решения мы будем использовать. Мы на всем экономим. У нас сейчас кризис. И скорее всего нас сейчас попросят запустить поезд по этой линии. Почему-то я так думаю. Халявы не будет. Ура! Обрушение. Мост обрушился и требует перестройки. Отправьте первый поезд от Шайнен до последней остановки. Ну да. Так, что с мостом? Что здесь обрушилось? Все тут хорошо. Вот это тоже какой-то глюк, мне кажется. Что он сказал, что что-то обрушилось. Вот здесь тоже ничего не обрушилось. Шейден, ну ладно. Пусть так. Так, остановки поезда во всех городах на вершине. Ну все, строим поезд. Можно самый бюджетный вариант выбрать. День даем. Все, поехали. Новая линия. Отсюда. Сюда. Сюда. Почему-то компания не заставляет стараться. Заставляет как-то делать так на халяву. Ну все, поезд пошел. Коптит нормально. 40 километров в час ей чуть-чуть медленнее, чем грузовой. Вообще не страшно. Потеря по времени будет минимальна. Все, ждем.
взять заем еще 200 тысяч. Вот надо было правильно читать рубли. Вон американская гужевая повозка. Если там, где не хватает, можно достроить. Здесь хватает. Может быть, сверху еще есть резерв. Нет, сверху тоже все выбирает. Поэтому можно повозки больше не делать. Если только не возить инструмента. Можно ли повозить? Пока поезд едет, чем заняться? Повозим инструменты. Инструменты нужны, по-моему, в заводскую зону. Нет, в коммерческую. Успеем хоть один инструмент провести? Делаем ставки. Новая линия. Вот сюда, сюда. Будут ли тут инструменты? Или он их не производит? Должен, по идее. Но нет. А есть, есть. Начали грузиться. Успеем или не успеем? Успеем или не успеем? Вот этот поезд прошел вот этот участок, на котором они делили линию. И идет дальше. А тем временем инструменты у нас. Да, поехали. Успеем мы провести инструменты, пока поезд идет. И заработать на этом еще немножко денежек. В принципе, можно было отправить более дальний город. Прибыль пошла, но это уже так от безделья. Вот колодцы, как они хоть выглядят. Скромненький такой фонтанчик. Из-за них дорога у нас получилась в 3 раза длиннее. А может быть не в 3, но... Ну длиннее это точно. Поезд идет абсолютно без пассажиров. Никого не заинтересовало такое путешествие. Увы, увы, мы не получим медаль. Возможно, и вот эту медаль не получим. Если она подразумевает проезд по маршруту, то я боюсь, что мы ее тоже не получим. Хотя вроде не очень далеко, но... Но кто-то сэкономил на поезде эти 5 миль в час. Нам выльются. Ну нудно, нудно, нудно проходить кампанию. Не знаю, может быть, если очень не торопясь и медиативно это делать, может быть интересно. Ну вот так как получается у меня, получается нудно. Согласны? Пишите комментарии на этот счет. Да, наверное, он успеет до мая 1974 года прибыть. Все-таки здесь очень маленький участочек. Не поедет же он полгода по нему.
вот здесь пускай будет где-то 1 сентября. Посмотрим, сколько он проедет здесь 1 сентября. Было, сколько он за месяц проезжает. Тут где мышка, это 1 сентября. Месяц пути, как вам железная дорога. Вот месяц, вот до леса. Где-то отсюда и до леса. Значит, от леса до сюда будет второй месяц. Тут будет где-то третий месяц, тут где-то четвертый месяц. Там подъездные. Замедление скорости, все дела. Все, почти приехали. Ура, ура. Миссия выполнена. Как? Нам не дали инструментальную фабрику. А что это значит, инструментальная фабрика? Что я не сделал? Как это посмотреть? Продолжить игру. Я сейчас специально продолжу, чтобы почитать, что это было. Проявите дальновидность и запаситесь инструментами как можно раньше. Что значит запаситесь инструментами? Ну вот непонятная формулировка привела к тому, что мы не смогли сделать эту медаль. Если кто знает, прошу пояснить в комментариях, что значит запастись инструментами. А миссия пройдена, да. Ура. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, заходите в группу ВКонтакте, заходите на мои стримы в twitch.tv/mikepester. И, наверное, мы продолжим. Будет и вторая серия, и третья. Будем записывать дальше американскую компанию, несмотря на то, что она не очень интересная, как и европейская. То есть тут много приходится ждать, много приходится откручивать времени. Может быть, я что-то не так делаю, потому что я делаю обычно с первого-второго раза. То есть я не делаю 100-500 дублей, я не делаю откатов на сейвы. Я прохожу так, как получается. Не получилось что-то, но ну и ладно. Если миссия проходит, значит я ее выкладываю. Вот, поэтому миссии проходятся не идеально, без всех медалей. Если бы я делал именно на все медали, я бы сказал об этом, и я бы, конечно, тратил в 100-500 раз больше времени на то, чтобы сделать идеально. Думал бы головой, как это сделать. Но вот в данном случае я вообще не знаю. Я просто не знаю, что имеется в виду. Что значит запаситесь инструментами? Куда их запасать? Тут нет ни одной фабрики, которая бы принимала эти инструменты. В города отвозить, в какие, тоже непонятно. Ну ладно. Всем спасибо. Пока-пока.